Всем привет, это Кефман. Между прочим, наша первая ставка на матч Кубка Конфедерации зашла без шума и пыли. Ну а сегодня я хочу вам предложить что-то, на что вы не ставили никогда. Совершенно уникальная линия. Самая огненная трендовая тема на Кубке Конфедерации – это видеоарбитры. Но в комнатушку видеоарбитров на стадионах нас, конечно, не пустят. Но мы можем зайти в святая святых телевидения – ПТС. Итак, вот она, передвижная телевизионная станция. Здесь огромное количество дорогостоящей техники, куча проводов, куча мониторов. Более 20 камер работают на таком турнире топ-уровня, как Кубок Конфедерации. С каждой из камер идет сигнал, под сигнал монитор. Здесь огромное количество людей. Они шумят, галдят, посылают друг друга, но чаще всех это делает режиссер. Он за режиссерским пультом располагается, всем дает команды и выводит главную картинку, которая идет к вам в трансляцию. Там, кстати, ребята звукорежиссеры, они обычно в тишине, а здесь пульт режиссеров-повторов. И, между прочим, именно у этих ребят такой же принцип работы, действия, как и у видеорефери. Они получают сигнал и потом обрабатывают эту картинку, пытаясь понять, был офсайд или нет. Вот посмотрите, здесь как раз-таки был офсайд у Куинси Промеса, и он из него забивает. Надеюсь, скоро и в РФПЛ будут видеорефери. Ну что ж, в современном футболе только в 4 случаях можно использовать эту систему. Когда пенальти, когда красная карточка, когда может быть ошибочно показанная желтая карточка. И когда офсайды. Именно из-за офсайдов весь сыр-бор на Кубке Конфедерации. Кстати, более подробно прочитать про систему видеопомощи арбитров вы можете на сайте 8news.ru. Итак, сегодня я хочу вам не столько предложить какую-то отдельную ставку, я хочу открыть вашему взору целую линию, уникальную, на сайте 888.ru. Такую вы больше нигде не увидите. Ставка на то, что в матче Россия-Португалия будет отменен гол с помощью системы видеопомощи арбитрам. Коэффициент на это примерно 3,2, но можно копнуть еще глубже. Поставить на то, что будет отменен гол сборной Португалии с коэффициентом 5,1. Но также можно поставить на то, что будет отменен гол сборной России за 5,5. Сыграть по-крупному. Согласитесь, наша команда играет в контратакующем стиле, забрасывает мячи за спины защитникам соперника. И в матче со сборной Новой Зеландии у сборной России было сразу 5 офсайдов. Согласитесь, нечто похожее может произойти и в среду на открытии арены.